преодолеть гордость свою и заново пройти всю лестницу. А причем парень Евгений Фоменко, я его помню по промоушену Fight Nights, он точно там дрался и очень классные бои там закатывал. Плюс финалист чемпионата мира по боевому самбо. Все-таки серьезному очень турниру. Левый сбоку в подбородок. Левый сбоку. Василий пытался разорвать дистанцию, начал отходить прямой линией назад. Вот вам и сенсация, наверное. Я думаю, что уж точно сенсация. Никто не ожидал, что чем-то подобным закончится этот поединок. В первом раунде нокаут. И вы знаете, друзья, у нас уже удивительная тенденция на сегодняшний вечер. Я вот такого не припомню. Мы привыкли, что наши бойцы безоговорочно побеждают и изредка отдадут один бой кому-нибудь. Сегодня абсолютно все иностранцы одержали победу. Джеймс Севи, Англия, Георгий Валентинов, Болгария, Петр Макеевич, Беларусь. И вот сейчас Евгений Фоменко, Украина. Прекрасный спортивный руководитель региона Андрей Юрьевич Воробьев, который просил передать вам всем большой привет. У нас сегодня очень много в области спортивных мероприятий. Я уверен, и я согласен с его словами, что Московская область – это территория спорта. Московская область – это лидер в нашей стране, так же, как и Красногорск. Спасибо, всем респект, уважение. Благодарю. Мы, бля, сила! Для чествования бойцов я приглашаю в ринг министра спорта Московской области, мастера спорта международного класса Олега Жолобова. Бойцы на середине. Итак, дамы и господа, время остановки боя 4 минуты ровно первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал Евгений Кондратов! Клуб «Рок», Москва, Россия! Ваши аплодисменты!